Всем здравствуйте! Сегодня мы как у Волсакома в студии. Мне нужно звуки просто выпал для распаковки. Сегодня мы как у Волсакома в студии. Засылайте мне эту карабасину, только аккуратненько, по столу лучше ее так, потому что вещь дорогая. Значит, сегодня у нас мой дрон. Он вернулся из своего путешествия. Был он у меня в сервисном центре Киджай. Вы посмотрите на этот целлофанчик. Вот он, вот. Видите, он премиум класса, он бликует. Айфоны так не пакуют, как дрон Киджай. Этот принт, вот этот вот принт, он просто, ну он идеален. Здесь такая четкость. На коробках из-под айфонов, айфоны нарисованы не так хорошо, как на этом дроне. Открываем и смотрим, что мне, собственно, прислали после ремонта. Я сам это делаю первый раз. То есть я не знаю, что у меня там внутри лежит. Тот самый миг, когда ты долго-долго ждал, и ты достаешь то, что ты долго-долго ждал. Это, знаете, это распаковка DJI Mini 2 2. Так, блин, Волсаком это делает умелее. О, надеюсь, смотрите, как выглядит сдирание целлофана премиум класса. Ой, кайф. Картон, конечно же, это тоже премиум класс. Просто, потому что фирма веников не вяжет. А теперь смотри, реально как телефон новый. Пам. А коробка-то реально как от нового телефона. Открываем. Блин, здесь же даже есть вот, чтобы люди вот так вот взяли, вот так. Нет, вот так. Вот так вот люди взяли. Вот так вот. Взяли вот сюда вот. Вот так сделали. И здесь можно потянуть. Это смешно. Не позаботились обо мне, такому пользователю, который будет распаковывать. Ну ничего. Чуть не выпало. Вы видели, как это было? Это было вот так. Кто не видел? Ой, вот так. Значит, в коробке у нас дрон. Смотрите, сделали вырезы под пальчики. Под пальчики. Чтобы можно было взять. И вот так вот. О! Положили гидрогель. Вы понимаете? Это положили гидрогель, чтобы он не отсырел, пока ехал. Под основанием ничего в коробке нету, оно вклеено. Да, все. Ничего нет, здесь тоже ничего. Но посмотрите, это, знаете, это вот тот самый случай, когда вот сюда, чтобы дрон не поцарапался, поставили, знаете, такие новые вот сюда вот. Такие, как кусочки пленочки подложили, чтобы, не дай бог, не поцарапать дрон. А еще на нем везде новые заводские наклейки теперь, переклеенные. Они положили... Знаете, что они сделали? Вот чертяки, как говорит Волсаком. Потому что они поставили сюда не только новую блок камер и подвес. Они сюда поставили новую крышечку подвеса. Вот это, она новая. У меня та была слегка поцарапанная. Ну как... Чуть-чуть, знаете, это как во время эксплуатации. А это полностью новое, на ней не царапины. Вот хитрые жучары. Ну что ж, переместим камеру поближе и будем смотреть, что они сделали. Дрон. Вот он, такой. Распаковочка? Да. С чего начать, как говорится? Начнем с пропеллеров, с пропов. Вспомним, что у меня было повреждено. У меня был поврежден один луч, и у меня был слегка поврежден верхний корпус. Заменили полностью верхний корпус, центральный корпус, луч и подвес камеры. Значит, делаем. Смотрите. Ой, сейчас. Так, тихо, страшно. Класс, все,
Они поставили сюда новые винты. Моторы работают. Моторы в норме. Класс. Значит, дальше вот эти вот отрываем. Вот так. Вот как Волсаком завещал. Вот так. Теперь открываем вот эту верхнюю крышечку. Знаете как? Знаете, вот с заботой о клиенте, что вот здесь есть хлястик, за который... О! Потянул и видишь. Все видишь. Вот так. С заботой о клиенте. Класс. Ой, молодцы, ребятки. Значит, что у нас дальше? Дальше у нас... Ой, как плавно лучи стали работать. Класс. Ой, кажется, у меня вот этот луч был поврежден. Так они оба одинаково плавно работают. То есть у меня дрон как новый сейчас, как с завода, даже с пленочками. Смотрите, сейчас опа, открываем вот это, вот так вот. Красота. Сейчас сделаем все как надо. То есть, видите, вот здесь наклеена пленочка. Мы берем и вот так вот ее. Класс. Пленочку отклеили, а теперь берем и отсюда вот так аккуратненько вот сюда нажимаем, вот сюда, и вот так. О, круто, круто. А теперь видите вот эти хлястики? Это чтобы не поцарапался подвес. А мы их берем вот так вот и отрываем просто. О, а знаете что? А у нас здесь, а у нас в квартире газ. А нет, неправильно. А у нас здесь полностью новый подвес. Полностью новый подвес, полностью новым модулем камер. Он абсолютно новый, он заменен. Да, класс. Так. Вот у нас новая крышечка. Я вам говорю, у меня была другая. Вот так. У меня была другая крышечка, чуть более поврежденная. Наденем вот это сюда. Так, надеваем. Надеваем. Ох, как чётенько встало, смотрите, опа! То есть дрон у меня сейчас в идеале. Он откапитален, он полностью сделан по красоте. Сейчас принесу аккумулятор, включим, посмотрим, что с ним, как он. А знаете, какой у нас сегодня день? А у нас сегодня день возвращенных дронов, ну и, конечно, мертвых голубей. Потому что... В Польше мертвых голубей мало, поскольку кошек нет. Некому голубей умертвлять. Звучит, конечно, страшно, но это так. И по этой причине коллекционерам мертвых голубей в Польше очень тяжело приходится. Я даже сегодня, вот это редкость, целых двоих мертвых голубей нашел, так я могу вам геолокацию скинуть. Чтобы вы сразу двух у себя в памяти заколлекционировали. Я в Польше их всего 5 видел за все время пребывания. В этом беспорядке я буду пробовать, работает ли мой дрон после сервиса. Я уверен, что работает. Он не может не работать. Это же DJI. Берем вот так аккумулятор и вот так его туда засаживаем. Все, фу. Он просто не дожал. Значит, вот у нас дрон. Сейчас, если камера задвинется, с ним все хорошо. Оп.
все работает. Извините, заигрался. Собственно говоря, вот так. Итак, пробуем включать. Нажимаем. Аккумулятор я уже только что вставил. Вот он. Нажимаем один раз на кнопочку. Второй раз на кнопочку. Дрон заработал. Смотрим, если камера задвижется, все хорошо. Все. Заработал. Сейчас. О, стабилизация сейчас подключится. Секундочку. Это он калибруется разными огнями. Оп, 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 оп. Шикардосина. Дрон работает. Все. Ну, я другого и не ожидал. Это же DJI. Подключать к пульту я его не буду, потому что мне тогда нужен телефон, и я это снять все равно не смогу. Поэтому всем спасибо за просмотр, всем пока. А чтобы у вас была мотивация посмотреть следующий ролик, в следующем ролике я выложу краш своего дрона. У меня осталось видео этого. Всем пока!